Привет. Вот меня просили поснимать YouTube-аналитику моего канала и рассказать о том, как развивался мой канал и как за такой короткий промежуток времени у меня такое, ну, можно сказать, большое количество просмотров и невероятное количество подписчиков, на что я сам до сих пор в шоке, не пойму, что я такое снимаю, что на меня так подписывается, столько много комментариев и столько много лайков. В общем, с чего начать? Начну с того, что первое видео, которое было загружено на моем канале, было загружено 8 февраля. То есть сейчас ноябрь месяц, и получается, что моему каналу чуть больше 10 месяцев. За 10 месяцев я набрал вот такое большое количество подписчиков. То есть, спасибо вам большое, что вы подписываетесь, что вы смотрите, комментируете. Мне очень приятно, я отвечаю на каждый комментарий и слежу за каналом своим, можно сказать, 24 часа в сутки. Так как я скачал себе творческую студию и в телефон, то есть у меня комментарий высвечивается как смс-ка сигналом. И я сразу отвечаю, если есть свободное время. В общем, как я набрал такое количество подписчиков. Изначально, когда я начал выкладывать видео, на меня я выложил ссылку на свой канал в своих соцсетях. На меня подписались сначала, как мне кажется, мои знакомые и родственники. Потом, чтобы меня немножко заметили в YouTube, я начал ходить по подобным каналам, как и мой. Ну, то есть о животных и просто оставлял там комментарии. Вот посмотрю видео и по теме напишу комментарий. Без просьб подписаться на мой канал, без сравниваний со своими видеороликами. Просто, то есть, что о чем посмотрел, о том и ответил. Я ни на одном канале ни разу не поставил никому дизлайк. То есть, если мне видео не понравилось, я просто прошел мимо и все. В общем, и таким способом я, ну, это был примерно февраль и март, когда я комментировал много видеороликов. Ну, это для того, чтобы, да, чтобы меня заметили, я думаю, будут смотреть и зрители, и сами владельцы каналов. И, в общем, вот так начиналось развитие моего канала изначально. А потом уже в марте, когда начали нестись гуси, и в апреле, когда начали нестись мускусные утки, все пошло с бешеной скоростью само по себе. Я не пойму, почему так, но когда я начал выкладывать видеоролики о мускусных утках, подписчики стали добавляться по 20, по 30, по 40 человек в день. Я, в общем, был в шоке от такого быстрого наплыва подписчиков. И уже к 6 июня, это получается чуть меньше 4 месяцев, у меня на канале была 1000 подписчиков. Это то количество, которое нужно с февраля месяца этого нынешнего года для того, чтобы монетизировать канал. Еще нужно 240 тысяч минут просмотров, что у меня тоже было уже на то время. И я монетизировал, ну не монетизировал, а отправил запрос на монетизацию своего канала. Там мне написали, что монетизация будет рассматриваться, ну, заявка на монетизацию будет рассматриваться от одной недели до 2 месяцев. Ну, я думаю, так как я человек невезучий, то мой канал будут рассматривать 3 и 4 месяца. Я тогда насмотрелся видео, что некоторым каналы не монетизируют до полугода. И, в общем, зря я так себя настраивал, так как мой канал был монетизирован за 33 дня. То есть 9 июля мне пришел ответ, что мой канал монетизировали, и я могу получать доход от просмотров рекламы на моих видеороликах. Вот с того момента мне начали капать
ну, какие-то небольшие, но все-таки деньги. Это было очень приятно, это была оплата за мой труд, так как развитие канала, это тоже немало потраченного времени, много съемок. Изначально был монтаж у меня, то есть я монтировал ролики, так как некоторые ролики я не монтировал, так как я просто переснимал их по 10 раз, так как сниму что-нибудь, и мне какое-то одно слово не понравится, или что, и все, еще что-нибудь, и я все удалял и переснимал по-новому. В общем, с 9 июля я уже начал получать доход со своего канала. И когда я подключал монетизацию, то нужно было зарегистрироваться вот здесь, в Google AdSense. Вот здесь. Главная страница. И я здесь зарегистрировался, и здесь есть минимальный порог оплаты в $100. То есть, думаю, $100 я наберу не очень быстро, поэтому я как-то перестал сюда заглядывать, и все. И думаю, и с августа месяца я устроился на работу, и мне некогда было вообще не поехать, не оформить долларовую карту. И еще я узнал, что мне нужно здесь, чтобы выводить отсюда деньги, нужно взять свифт-код. Можно еще было получать доход, оформив партнерку какую-нибудь, подключить к себе на канал. Но все партнерки берут 30% от дохода на канале, а AdSense не берет ничего. То есть только транзакции или как... Ну, то есть... В общем, когда выводить здесь деньги, там снимается какая-то 3-5 копеек за то, что перевод произошел, и все. Как это правильно сказать, я не знаю. И поэтому я решил не подключать партнерку, а напрямую зарегистрировался в AdSense. Подключил, поехал все-таки уже в октябре, оформил в банке долларовую карту, ввел все реквизиты, открыл. А еще нужно ввести SWIFT-код. Ввел по данной карте, взял, нашел в Privat24 пункте получить SWIFT-код. Он высветился на экране. Я повводил все коды, пароли. Там несложно, можно есть видео в YouTube, посмотреть, как ввести SWIFT-код. И все. И уже порог оплаты у меня был достигнут давным-давно, так как прошло уже почти 3 месяца с того момента, как начали поступать какие-то деньги на мой счет. И первый вывод у меня был 6 числа этого месяца, ноября, то есть в размере $357.90. Я был в шоке, конечно, что YouTube может приносить такой доход. Мне было приятно, и в общем, спасибо вам за то, что вы смотрите, и спасибо YouTube за то, что на нем можно подзаработать. Второй вывод денег тоже был в этом месяце, так как здесь порог оплаты тоже был достигнут за этот месяц. Я не знаю, каким числом оно там все добавляется, ну то есть обновляется, но 21 ноября мне автоматически опять были выведены $132.19, то есть в сумме $490.09. То есть, если вот здесь реквизиты все введены и все правильно, деньги будут автоматически выводиться на ваш счет в тот момент, когда будет достигнут порог оплаты $100. Вот так. Что еще рассказать, я не знаю. А, то есть еще вот можно показать, что основной доход мне принесли вот эти мои популярные видео. Смотрите, у меня просмотр одного, сейчас загрузится, просмотр одного видео, вот смотрите, 1 миллион, в общем, больше 1 миллиона 100 тысяч просмотров, это за 4 месяца, это мое самое популярное видео. Его посмотрело просто нереальное количество человек, не знаю почему, но... Мне очень приятно. Вот еще две утки мускусные. Вы тоже все могли видеть это видео. Это две уточки, которые сидели вот там за дверью. Они вывели 2 раза подряд. Это видео тоже посмотрели 350 тысяч человек.
И квочка, которая водила 45 цыплят, это та курочка, которая вывела у меня в этом году 3 выводка. Это видео тоже 192 тысячи просмотров. И вот обычное видео, небольшое, на 4 минутки, когда я приехал с рынка и не продал утят, тоже посмотрело 110 тысяч человек. В общем, большое вам спасибо, что вы смотрите мои видео, что вы комментируете, ставите лайки, дизлайки. У этого видео уже почти 800 дизлайков. Я не знаю, как они на что влияют. Мне кажется, оно ни на что не влияет, поэтому мне как-то все равно, ставят мне дизлайки или нет. Ну, в общем, вот такой длинный рассказ о моем канале и о моем доходе на нем. Всем большое спасибо за то, что смотрите. Спасибо за комментарии. Пишите комментарии, может, что-то не поняли. Или я что-то недорассказал. Пишите, спрашивайте, я на все комментарии отвечу. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.